Всем привет, дорогие зрители, давно нет у меня на канале. Сегодня 15 апреля, хочу снять субботний рынок в районе Махмутлар. Находится около нашего офиса, это башня часов. И в левой стороне находится субботний рынок. Итак, кто хочет перевести деньги, денежные переводы у нас официальное представительство в районе Махмутлар. Золотая корона, РИА. И вот несколько переводов, Тунес, Транглу, по всему миру отправляем деньги. Звоните по номеру, можете этот номер, можете также найти наш офис на Яндекс.Картах, напишите «Золотая корона в Махмутларе», «Золотая корона в Алании», на Ютубе тоже можете найти. Выдаем доллары, евро и лиры. Лиры постоянно у нас нету, так как курс валюты сильно меняется. Вас также занимаемся недвижимостью. Кого интересует какую-нибудь недвижимость, поможем с выбором. Работаем на комиссию. Накруткой не занимаюсь. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Итак, вот башня часов. Прошел я дорогу. Есть оживленность, уже туристов больше стало. В основном с Европы приезжают. Отели заполнены. Так. Сейчас я войду с этой стороны. Есть несколько входов на рынок. Посмотрим, какие цены на 15 апреля. Морковь 25 лир, помидор 20. Давайте так приблизим. Фасоль 60. Бананы 15. Зелень по 5 лир. Мушмула 15 лир. Баклажаны 20, сладкий перец 30, клубника 25 лир, огурцы 15, апельсин 10. Костина! Кабак 18 лет. Видите? Mm-hmm. 50 лир, пакет шелковицы. 20 лир клубника. Большая стоит 30 лир. Во. Арома. Пахнет. Так. Цены на орешки. Грецкий орех 300 лир. Есть 200, есть 300. Пятнадцать лир бананы. Итак, кого интересует недвижимость, я редко начал снимать квартиры. У меня есть очень хорошие варианты. Если вы находитесь в Алании, то приходите, то есть позвоните, я вам помогу с выбором недвижимости. И Магда. Арбуз. Помидоры 15, 15, 25, мел, там как хурма, нет, органик. Яблоки. Угу.
Маленькая дыня, 45 лет, килограмм. Как забыл, на Б начинается. Короче, картошка. Папайя. 60 лир килограмм. Смородина. Желтого цвета этот антистресс. А это красный цвет. Папайя, как-то ее тоже забыл название. Папайя другая. 35 лир болгарский перец, огурцы, 50 лир пакет грибы, 25 лир. Вам орешки показать. Картошки 15 лир, где-то 13 лир. Семечки 70 лир килограмм. Чекинатор. Фиатр. Шикюля. Сухофрукты увидели цены. Это золотистая клубника называется. Она желтого цвета внутри. Как по-русски, не знаю. Алтын чилек. О, какой большой пассифлора. Килограмм 300 лир. Гранат 35 лир. Морковь 20 лир. Зелень от 5 лир и выше. Пятьдесят лир шелковица, 25 лир клубника. Мелкий тут. Арбуз килограмм 30 лир. Можете приехать сюда вечером в 6:30. Цены будут пониже, чем сейчас. Одна голов 15 лир стоит. Чеснок. Вчера купил. Каждый день надо по одному чесноку кушать. Это очень полезно для здоровья. Можете просто глотать, если не хотите, чтобы запаха не было. Манго. Блин. Какие мангошки. 200 лир. Штука, кажется, да. Люкс манго. Это люкс. Есть не люкс, вот это не люкс, а это люкс. Да. Не знаю, какой там. Что? Это звездочка. Называется. Это гранат. Драконий. Крокодиловые, надо было сказать, они драконий назвали. Эйждар Мейвасы. Это или я видел, или не видел. А, и он маленький, я видел. А это тот же сорт, только желтый. Да. 100 лир малина. Наверное, пакет. 30 лир клубника. Ананас почищенный. 50 лир. Этот большой ананас огромный. Где он? Нет у них сегодня ананаса этого огромного. Нету. Апельсин 15 лир. Я еще сниму цены на мясо. Рыбу не смогу снять. Кто хочет купить натуральный мед и
продукты, там, допустим, скумбрия копченая, колбаса. В магазине Гюрме можете купить. Находится напротив ПТТ Махмутлара. Напротив почты Махмутлара находится магазин. Гюрме называется. Там настоящий мед. Мы в основном там покупаем. Мед, сыры и тому подобное. Грибы 51 килограмм. Если не хотите кушать мясо, мясо дорого, кто еще скажет, там 300 с чем-то лир, да, сейчас килограмм. 50 лир. Купили грибы, сделали там шашлык, машлык вкуснее, чем мясо. И витамины почти, кажется, как белки, там что, как у мяса. Ага. Здравствуйте, как поживаете? Ага, пока. Так, смородина, малина, бананы 25 лир. Давайте я сейчас молочный продукт покажу цены. Сухофрукты вы цены увидели. Смешанные 300 лир. Торговый центр Махмутлари уже начали полностью достраивать. Наверное, сдадут через или к концу этого года, или через там сентябрь-октябрь, наверное. Здесь музыка, побежал я, то кадр попадет. Лук сильно подорожал, да. 25 лир лук стоит, так как сезон, кажется, нового посева нету, так как сейчас спрошу. Да, лук подорожал, потому что уже закончился там старый сорт, сейчас новый сорт появился. То есть, через неделю цены упадут на 10 лир на лук, все так говорят, потому что лук 25 лир. Новый посев только собрали, урожай. И на рынок уже вот сегодня, что ли, пришел. Авокадо 25 лир, 20 лир. Я сейчас сниму. Hello. İyi, siz nasılsınız abici? Güzel mi? Ne var, fiyatlar yükseldi mi? Yok, aynı. Değişmemiş. İndirim. İndirim. Gel reklam yapalım yeniden sana. Gel. Дядя продает. По-русски говорит. Смешанный перец. Смешанный перец. Красный, зеленый. Зеленый. Цены какие? Микс. Дешево. 100 грамм 50 лир. 50 лир? 100 грамм. 100 грамм. 100 грамм 50 лир. Баранки. Это шафран, турецкий. Нет, шафран. Шафран, а натуральный шафран, который какой был, дорогой. Очень был какой-то? Натуральный, но еще какой-то был, я помню. Это плов, это. А, пловный шафран, он другой был, да. Это корица. Кориза, это... Ну, у дяди все натурально, приходите, покупайте у него. О, вот давай. Там вход, там мясо, где продают в левой стороне. Görüşürüz. И хайлы пазарла. Где мало народа. Так. Merhaba. 120 lir, 100 lir. Merhaba. Tereyağı ne kadar? 180 TL. Sливочное масло en düşüğü 180 mi? Hayır, en düşüğü 130. Tereyağı. Evet.
NEC 180. Evet, NEC 180. Sama дорогая 180 лир сливочное масло. Şey, peynirler nedir? Ezine var mı? Ezine var, ezine var. Nedir fiyatı? Ezine 1 kilosu 180 TL. Kilogram сыра вот этот 180 лир. Yok yok, verme verme. Merhaba. Fiyatları şey yapıyorum. Reklam ama reklam. Ömer de çıkıyor, tanısınlar. Poz yap, poz yap. Poz. Poz mu? Ben tanımıyorum ki. Ha, tamam. Yeter o kadar. Yeter o kadar. Fiyaletovaya. Alifka. Alif, hoş bulduk. Çekiyorum. İyiyiz, güzel güzel. 200 лир Чанаккале эзирный сыр, Балыкесир 180, 120 лир коровий сыр без соли, козий сыр без соли 140 лир, Тулун. Такие вот интересные сырчики, круглые, длинные, висячие, стоячие, все есть у них. Так, пастырма, это колбаса, пастырма. Колбаса, пастырма есть. Шоколад. Аракис. Это боне? Фисташ. Фисташковый шоколад. Так, 90 лир, 110 лир. Что фабурень кюре, брунерень? А это новый сезон, то есть молодой. Я не домуш. Бу яшламыш. Ölmüş, bu ölmüş mezardan kalmış. Onun cinsi öyle. Olgun daha iyi. Tadına baktın mı sen? Ooo. İyice какой цвет. Это свежее, новое, это уже... Уже 60 лет, есть 18 лет. Это огурчик кривой. Ölmüş o da. Evet. Tereyağı ne kadar? 200. 200 lir sливочное масло. Yes. Gidim şimdi eti de çekeyim. Şimdi mayası snimim. Görüşürüz abla. Nereye gidiyorsun? Eti çekeyim. Et fiyatlarını. Здесь есть kasap. Там есть kasap. Это мясник. По-турецки. Народу. Думаю, что будет. Здрасте, здрасте. До свидания. Улыбочка. Цены на мясо опять нету. Что меняется каждый раз. Abi de kıymasın kilosu ne kadar oldu? 310 lir farş dayı. Tavuk ne kadar? Köy tavuğu. Köy tavuğu 120 lir abi. Domaşnaya, kurica 120 lir. Sizi daha reklam yapıyorum. Daha ne yapayım? 120 lir domaşnaya kurica. Вот такая желтенькая, вкусненькая. Индюшка тоже есть у них. Сейчас хинди вар мы бюйк? Бютун. А, ладно, вот индюшка у них есть. Хиндинин ая баджак. Куйру, буйру, не кадар фиат? У баджак. 140 лир индюшка. Так, тавук канат манат фиаттары шоле. Канат 90. 90 лир крылышки, пирзола 80 лир и тому подобное. Еще кофта, котлеты 310 лир. Антрикот? Антрикот дороже, наверное. Все, дорогие зрители, цены на мясо не меняются. Там редко скидка бывает. Скидка бывает на Carrefour в магазинах, сети магазин Migros. Так что можете и там купить, можете и у мясников купить мясо. Короче, с вами был Агасиш, Солнечный Лани, район Махмутлар, субботний рынок. Всем пока-пока. Здоровья, благополучия, радости, процветания и много денег. Пока.